закончился наш карантин. Руками не трогать. Мы выходим первый раз на улицу. И сразу кто-то нам попадается на глаза. А это наш друг. Это наш друг. Вы знаете, что ли можно гулять и в парк? Да. На море можно? До моря можно. Нам сказали, море можно. А Приморский парк мы не пойдем. На Приморский парк уже почти 30 человек штрафнули. 5000. Это совершенно пусто. Мы единственные обитатели. Ну, правда, еще охрана. И Лучезар сегодня встретился. И так мы идем гулять. Добрый день! Здорово. Спускаемся к морю. Ой, только тут надо под ноги смотреть по лестнице. Осторожно, осторожно. Идем осторожненько. Ах, отвыкли ноги ходить уже, да? Да, абсолютно. Идем к морю. И если в Бендите мы единственные, то похоже, что на променаде еще есть жизнь. Ходят люди. Или работники отеля. Ходят люди на променаде. Полиция. Да, похоже, что жизнь продолжается. Люди гуляют. Мы выходим на пляж. Здесь нарыты горы из песка. Еще их никто не разравнивал. Поэтому тут такое... О, а там тут уже загорает. Сохранение песка. Ну, конечно, особо никто не загорает. Но, тем не менее, люди есть на пляже. Сегодня отличный день, солнечный, как можете заметить. И очень бурливое море, наконец-то. И такой свежий-свежий воздух. Небольшой ветер. И так приятно пройтись. И выйти, наконец, вдохнуть морские брызги. Так мы мечтали об этом. Всю зиму. Глоток свободы. Вот наш первый глоток свободы. После карантина. Песке. Не наши. Люди ходят. Релакс. Ай, меня смывает волной. И мы гуляем. На берегу еще есть люди, как ни странно. Не только мы. Сейчас покажу. Вот там, сзади, тоже есть люди. Вот это у нас знаменитый блогер «Все путем». Наш блогер «Все путем» вышел на берег Черного моря. Снимать свой блог. И слава Богу, во-первых, и после карантина. Да, первый день вас выпустили из карантина. Да, дышим. Будьте осторожны. Да, посмотрите, какие волны. Волны красивые. Красивые волны. Опа, 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 опа. Опа, захлестнула, опа. Да, все. Все захлестнуло, но странно не намочило почему-то.
Посмотри, ноги в общем сухие. Повезло. Вообще. Повезло. Нам повезло, мы уже даже искупались. Ага. Так приятно, морские брызги прямо в лицо. Вот так выглядят наши ракушечки. Пошел, банкомат работает на песках, но больше пока что ничего не работает. Но люди есть, гуляют на солнышке. Одевай маски, ласты. Одеваем, принимаем необходимые меры.